продолжении темы Востока мы решили показать вам город, который находится в России. Там, где соединяются две культуры. Там, где соединяется Восток и Запад. Казань – город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в нее реки Казанки. Город имеет зарегистрированный бренд «Третья столица России». В 2005 году было отпраздновано тысячелетие Казани. В 2011 году в Казани проходил чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В 2013 году город принимал Всемирную летнюю универсиаду. В 2014 году чемпионат мира по фехтованию. А в 2015 году Казань встречает чемпионат мира по водным видам спорта. Германия заняла на этом чемпионате 8-е место. И получила 4 награды, из которых одна золотая медаль, одна серебряная и 2 бронзовые. Ma ci sei tu a dolcino d'amor, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. В 2017-2018 годах Казань станет одним из городов, в которых будет проводиться Кубок конференции и чемпионат мира по футболу.
В 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро развивающихся туристических направлений Казань заняла 8 место в мире и 3 место в Европе. Казань расположена в 820 километрах к востоку от Москвы. У нее очень выгодное географическое положение, и издавна Казань была торговым посредником между Востоком и Западом. По численности населения Казань находится на 6-м месте из 1100 городов Российской Федерации. Казань – город-миллионник. В Казани проживает 1 205 651 человек. Визитной карточкой Казани является вид со стороны реки Казанка на главную городскую площадь Тысячелетия и главную городскую достопримечательность Кремль. Летающая тарелка цирка, пирамида культурно-развлекательного комплекса и находящиеся в обрамлении кремлевских стен главная соборная мечеть Кул-Шариф, падающие башни Сюмбике, Благовещенский собор образуют эффектный силуэт, ставший символом города. Посмотреть все достопримечательности Казани невозможно ни за один день, ни за два и даже не за три. Казань – очень огромный город. Сегодня мы находимся в Казани. Quella chioma non più vrai, quell'aria brillante. Non più vrai farfallone amoroso, notte giorno di torno drato, delle belle tamando al riposo. Мечеть Кул-Шариф – главная мечеть Республики Татарстан и Казани, расположенная на территории Казанского Кремля. Строительство мечети было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства. Названа мечеть в честь ее последнего имама Сеида Кул-Шарифа, одного из предводителей обороны Казани. Сейчас. Сидишь хорошо? Да? Еще посмотри куда-нибудь. Вот так хорошо. Строительство мечети, стоимость которого оценивается в сумму около 400 миллионов рублей, в основном велось на пожертвования. Участие в пожертвованиях приняло более 40 тысяч граждан и организаций. Открытие мечети состоялось в 2005 году к тысячелетнему юбилею Казани. Гранит и мрамор для мечети были привезены с Урала. Внутреннее убранство, ковры, дар правительства Ирана. Цветная хрустальная люстра диаметром 5 метров и весом почти 2 тонны сделана в Чехии. Витражи, лепнина, мозаика и позолота – все это добавляет храму величия. Внутри мечети, справа и слева, имеются 2 смотровых балкона для ее посещения экскурсиями. Высота каждого из 4 основных минаретов – 55 метров.
Купол декорирован формами, ассоциирующимися с образом и декоративными деталями казанской шапки. По одной из версий, короны казанских ханов, увезенные в Москву после падения Казани и выставленные ныне в Оружейной палате. Это только малая часть, которую мы смогли вам показать. Те, кто хочет и побывать в Казани, обязательно приезжайте в этот прекрасный и чудесный город. Город, столицу Татарстана, который расположился в прекрасном месте на берегу реки Волги. В нашем следующем видео мы отправимся в прекрасную Чехию, в столицу Чехии, город Прагу. Оставайтесь с нами!